Простой, без лишних изысков, но достаточно удобный рюкзак. Вот здесь отделение, видите, оно на липучку убирается, если оно вам не нужно. Если нужно, ну и сюда бутылка 500 грамм не залезет, но поменьше что-то, либо пластиковое, плоское, войдет точно. Больше ничего впереди нет, кроме крепления. Здесь все на ползунках, можно отрегулировать высоту, чтобы было удобно размещение ремней на груди. На спине у нас очень жесткие на входе карманы, мягкие. Это говорит о том, что в них, если что-то положите, точно не выпадет. Это 200%. И одно отделение. Одно отделение тоже с узким таким, с узкой горловиной. Но по одной вещи можно запихать туда. Вот ветровка влезла, ветроштаны влезли, там футболка. Все это влезет совершенно спокойно. И еще большое отделение, где основное, конечно, место – это для гидросистемы. Вот сюда гидратор размещается. На эту вот кнопочку он крепится и наружу выводится. Ну, судя по размеру, здесь можно и полутора, и двухлитровый. Ну, если желаете 3 литра воды с собой взять, и трехлитровый сюда тоже войдет. И плюс еще кучу вещей можно положить. То есть, с виду все так скромно и плоско, но на самом деле поместится много. Ну, и вот это... Вы сами понимаете, что это просто компрессии стянуть, если лишнее. Либо сюда же можно, если туда внутрь не поместилось, ну, такую же ветровку засунуть и подтянуть. Вот такой простой, красивый, достаточно яркий беговой рюкзачок для, ну, для любой дистанции, в принципе.